где тут угол разъем? Так, разъем, разъем, разъем. Так, я подключила раз провод. Поглядим. Так, я подключила раз Боже, провод. я сама себе чую, как Поглядим. это смешно. Come on. Боже, я сама себе чую, как это смешно. Не, бля, серьезно, чему я почула себя сама чуть? Это дивно. Чек. А, мне твич в браузере отчинены. Пэвно, треба зачинить все ж таки. Бо это реально перешкоджает. А, так, ну вот гуляем праз дротичек. Все ж таки залезла под стол. Достала. It's like you read my mind. У провайдера. Вельми, вельми, вельми шкода. Цену працую, я вогуле уже не разумею. Може, и працую. Ну, сподіваюся, воно працює. Виглядає. Нібито працює. Так, що мені тут треба? Печору залізти. Здається, мені цю печору я вже бачила. Це може той самий мужик? Так, тебе не подается, если тут это летучие. Там харпии. Хотя не узел, это гуки некие совсем меньше.
Зноў паскудства гэтае, ну. А, не, о, бля, гэта яшчэ лепш, гэта шэльма. Блядь, блядь, блядь. Так у меня меч корыть прошпили. Ну давай ты уже. Нарэшце. Ой, як яна пішна завалілася. Шоб ты шы цікавага ёсць. Такая вялікая пячора. Нічога нема. Это гарпии тут ось. Я их хочу. Что, серьезно, ничего не маю, скамейки. Скамейка, скамейка. Ой-ой-ой, не то я натиснула. А вот теперь тое. Одни грибы. Коты гуляются. Ну что, мужик? So? Well, problem solved. Шелмар, that lived in the cave, won't pester you anymore. Superb! I've gained a warehouse, and you've gained my gratitude. You are welcome, мужик. Mind showing me what you're selling? Нічога нового я не селю. Продам нарабуваное вино. See you later. See you later. А, блядь, гэта... Это еще не опошний квест. Это что-то я сбучила. Так, что я хотела? Ага. Кот, что ты хочешь? Что такое? Рмау, рмау. Even a draft horse will talk without some carrot to move it. Народная мудрость. О, гарпии, вот они где были. Я их хочу. Thank you.
там целое гнездо. Какие они страшные. То есть крылы и перья похожи, а сами страшные, я к ним веду, что. Я вот дежанши не подумала. Вкусненькая жахитти. Так. О, а ты что ты там курнявкаешь? Покажи, курняу. Harpies got their nest here. Шта? Кош, что ты робишь-то? Успокойся. Будшая навигация. Так, а у меня вогуле, ну гэта, мабуть, яшчэ падыходзіць нам. Можа быць. Што, блядь, нет? Ах ты ж курва мацер. Сур'ёзна, блядь. Ну окей. Курва, сур'ёзна? А, ну конечно, это ж я годины прошла, она из гнезда такого вылезла. Ой-ой-ой. Так, теперь худшее треба гнездо рушить. Harpies got their nest here. Снова вылезуть. Пич. А чему без звука? Не эпик. Не эпик. Упс, амаль не забилося. Ось было бы, конечно, крылья. А, там же нечто еще было. С карбонками какая стояла. Нечто небогато для такой великой скарбонки. Но она вот тут больше. Ех-ех-ех, так. Вот, что ты робишь, мать твою, ну? Кот. Так. Забылось она нечто. А, это то, что я скинула. Не, это в башенне.
Так, мы амаль на месцы. Спадзяюся, гэта не гэтыя шалёныя расліны. Так, гукі нейкія дзіўныя і вораг адзін, таму там нейкая будзе жэсць ужо. Хутчэй за ўсё. Ну, канешне. Ай. Ага, гігант. Ці циклоп, ну нешта такое. Так, што у нас ёсць цікавага? Сплітболт. Сплітболт яшчэ. Гэта нейкі лепшы сплітболт. Precision bolt. Blunt. Ну, так само здаецца. Да. Угу. А, циклоп. Ты, блядь, пайшоў. Нешта нам не шкодзіць. Трэба нешта больш цікавае. Патанцуем. Ну шо, спаць улёгся? Сумнаму са мной зусім нешта я гляжу. Блядь, пайшоў паскуда. А, яно працуе, яно як атрутанае, дзе іншае здаецца. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь. Это было хутка. Ну шо, здаецца, коннекшн стабільны зрабіўся. Толькі не зразумеў, чаму яна з першага разу не падключыла мяне праз Ethernet. А шо гэта ў мяне гнілое мяса ў інвентары ўвогуле? Шо гэта за фігня такая?
жудасть, як яна там аказалася. Блять, ну что это за хуйня такая, ну? Як яна, блядь, сюды трапляе? І чаму яна сюды трапляе, галоўна? Блять, ты скачи, ты, блять, аж натискаю. Алис тебе капут. Ну. Посраться им легче за все. Але, конечно, коли гуляешь с геймпадом, не так-то хутка для задницы оказаться для сраться. Сраки, блядь. Клава из мышки отжимается шеи. Thanks bunches. Happy? Мует, мует. Так. Что самое цікавое, абодвы этапы у квесте у гэтым засталіся аднолькавыя, только один optional, другі не optional. Так, конь мой, ты где? Scrub often. You'll soon need a coffee. Здесь. А тут здесь мужик. Что тут робить? A day like all others. Yes, I grimy churls. Oh, thumbs today. Boy, is my pot ever ready to blow. Move it. Не что першоры там? Ну, не сегодня, не сегодня. То я так никуда не доеду, а уже амаль 9. Некая гора. Go. Божие краявиды, пэвно. О, школа. Вся краина бачная отсюда. Вось натурально, просто вся мапа. Ну, вось окромя вот той участки. Вось там. О, гарпун. Run, не, Roach. Не сегодня. А, мы же у Баклера, так разумею, вертаемся как раз. До этих товарищей, которые нам выдадут грушки. Ну, никто палаться спить, правда. Come on now. Тебе. Мне подается это место знакомым. Правда, это так само была частка некого квеста. Тут некий мужик был, який от своей... Run, невесты хавался, мне подается. Смешный был квест. О, Паулинчик.
что, буду гуляти ты праз кабель наступний раз так само. Мне подається лепш стало. Не ведаю, як там гэта ўсё выглядае па той бок, но... Яно, здаецца, перестала расканэкчвацца. Так, некуды я зусім люды паехала. Паспрабуем тут з'ехаць. Ну. Можа, все-таки з Wi-Fi нешта. Увогуле, мне ўжо надышоў час мяняць маршрутызатар. Але зноў я ніяк не магу гэта зрабіць. Гэта даволі проста. Трэба... Блядь! Курва! Так. Трэба ўзяць стары маршрутызатар. Пайсці ў краму. Сказаць, дайце мне новы. Я толькі вось не зразумела адзін момант, ці адразу мне яго дадуць. Я вось нешта сумніваюся, што ў іх там ляжаць яны. Хаця хто ведае. Гэта трэба сабрацца, краці. Я хачу замяніць на той, каторы працуе на двух. 4-5. У мене зараз стары, каторы працуе толькі на 2-4. Я яго атрымаю, мне падаецца, гадоў 10 таму. Так, нікуды я зноў не буду. Вельмі шкада, што мене не лётае, так. Шкада, што Геральт не можа тут усюды караскацца, як у Assassin's Creed. Блядь, ну зноў я некуды не туды іду. Ну што гэта з тым палацам? Не, піша, што ён недзе ўнізе. Блядь, што адбываецца? Ён у той бок трэба ісці да яго, але... Што за нікае? Ён, пэўна, кажа мне, што ў горад трэба ісці. І таначкі. Так, мы... У, блядь! Не, пэўна, ўсё ж такі ідэя не надта добрая, цю псігаць, заб'юся. Я ўвогуле вочы амаль не малюю. Сабрацца проста, гэта ўсё адключыць. Усё сабраць у... А, дарэчы, мне ж прыйдзецца ім кабель аддаць, той, які мне вельмі падабаецца. Крыце, мне з роутарам выдалі вельмі каросенькі кабель такі. Ён мне вельмі падабаецца, ён 10 метр. А я ў краме знайшла толькі мінімум 10 метраў. Гэта занадта. Але мне, пэўна, прыйдзецца ім аддаць гэты метровы. Хаця, можа, і не прыйдзецца. Хацеі, мне ўзь гэтыя ўсе дэталі не радуюць, таму я ніяк не магу сабрацца. Але трэба. Ужо большасць увогуле рэчаў, ну, не лічачы там пыласоса і ўсяго гэтага, працуе на частаце 5. Ужо час надышоў, просто, паду 5 там. Тады репітер можна будзе змяніць на той, які працуе на 5. То мне простое, што роутер стары, прыйшлося пакупаць репітер така сама. Старой мадэлі, які працуе толькі на 2.4. Так, так, дзе ты, мужык? О, стоп. Ну як. Старыя часы. Так, мужык, давай грошыкі. Greetings, knight. My clerks have brought word of heroic deeds on your part. Yeah. Please accept this compensation for your toil, good sir. Дзякую. Так, не, Гвент, это не для мяне. Well, see you later. Go in peace for a night.
Yeah. Да что можно скрасть? Некий аэропорт почистим. Нечто, певно, цікаве, але я читать не вельми люблю угульних. Але я певно нечто цікаве. Так, так, так. Cursed be he that keepeth back his sword from blood. Так, кольки там часу? А, уже без десяти, ну я ничего такого не поспею уже. Что-нибудь маленькое зараз, мабуть, знайду. Так, second requests. Не, это занадто долго. Вообще не помню, что это такое. Возьмем это. И ехать недалеко. Можно на вот своим ходом. Where are your manners? How fares your health, sir? That's my no. Knees ache something. Я, до речі, стримую 24 годы, але до 2022 я стримила по-ангельску, тому. Я была, меня просто никто не бачил. Work doth one ennoble, sloth doth one gratify. Час от часу некие китайцы заходили. Упс, не зможеш. Вітаю. Я, до речі, хутко уже усе. Квест пройду і пойду. Котик кормити. До речі, у нас тут згубили кота. Не, по-ангельську було менш глядачів якраз таки. По-ангельську ніша надто... А, секунду. Ось так повинно быть лепше, я думаю. Я просто покуль лазила под стол. Пэвно сбила микрофон. Так вот, что я хотела сказать, что коли я по ангельку стримила, наоборот, было меньше глядачов. Так, высокая конкуренция, вельми. Ниша занятая. Стримить не только американцы, англичане, или вогуле индусы, китайцы, кто только не. Ось навод я стримил. Ну, там я с большего сама с собой размовляла. Ну, это было пришпильненько. Я вогуле... Так, там не больше. Там, звычайно, 1-2 заходили. Ось. Я увогуле працую з ангельскай мовай, але вось менавіта размаўляю я не так часта. Я пішу, чытаю. Вот. І я на стрымар звычайна практыкавала. Просто. А пра котак, шо я хацела сказаць? Котак на вуліцу. А яшчэ ў нас тут згубілі кота. Я яшчэ спрабую, бо можна знайсці, можа... Там мне что-то сбылось такое, что с машины выбег кот. А сам кот его гули с Фаниполи. Я не веду, что... Я не его сюда, может, везли ликовать, что... О, мясцовые коты в гости приходили. Ну, ну. Так, люди поделяются на тех, кто любит коточку, и кто до коточка обаякова. Еще, на жаль, есть те, кто ненавидит коточку. Или это в гули почвары.
Так, і ось ми нікуди прийшли. О, мені здається, у минулий раз, коли я гуляла, гэтых дурню забілі. Там квест у мене за... Монстерс! 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 О! Я учора, до речі, одну капала. У мене так само не дышав час гэтых. Усіх. Дзвюх ужо. Там одна такая, она ласкавая и лёгка. Другую зажала. Еще две складаные котки. И одну потенциально лёгко будет. Тых, кого не смогу покапать, тым таблеточку. Пигулочку. Так. Noticed what attacked you? There was no time. We ran for the exit as soon as we felt the earth quiver. But Hugo, well, he went the other way. So, monsters coming out of the ground? Реально. Реально, люди, якія вось менавіта не любяць, ненавідзяць котоў, за мяне што не так. Я ще разумею, якія могуць, ну, абыякава ставіцца, гэта норм. Але тыя, хто вось менавіта не любіць, з імі реальна нешта не тое. Why do you even go in there? Lost our way. Mistake that cave for the high road. By the hair on my chinny chin chin, what difference does it make whether we went in for a stroll or to gather students? Hugo remains inside, in grave danger. That's what matters. Will you go in after him or not? Every second could be vital. А, мы будем врятовывать некого Хьюго. Fine. Fine. I'll look for him. You two stay out here. Значить, у гэтым квесті у мене Хьюго забілі. Хутчэй за ўсё. Ну, я памятаю, у такіх квестах у мене вельмі часта забіваюць тых, каго я павінна абараняць. На жаль. О. Кікі Морс, дэммэт. Балять, ну. Ой, у іх заўсёды адныя і тыя ж адмазы пра тое, чаму яны не любяць жывёл. У нас у доме яшчэ любяць казаць, што яны брудныя. Але вось цікава, як нікога не навучыў нічаму ковід. Проста бруд гэта ж не пра тое, што там зямля ці нейкія плямы, бруд гэта пра бактерии, вирусы и всякие микроорганизмы патогенные. И вот на гэты конт люди значно больше брудные один для одного, чем жывёлы, потому что от кота может глисты, блохи, микроспория и хламидиоз, той, который конъюнктивит выкликает. И усё гэта, от усяго гэтага обороняет простое мыло. Простое мыло и банальная гигиена. От людей можно подхопить просто сотни, тысячи разных инфекций. Так что, коли есть выбор про, ну, помеж уличной коткой и рандомным человеком, любая уличная котка чистейшая, чем за рандомного человека. Так что хайны там свои зяпы позачиняли. Я кажу, ось ковидная эпоха реально никого ничему не научила. Дагэтуль я бачу, як яны чхаюць ці кашляюць, і потым гэтай жа рукой проста адразу бяруцца за лыжкі. Там вось у дзе ў супермаркетах і гіпермаркетах там гэты салат, бар іншыя, проста вось гэтымі самымі рукамі, блядь, без пальчатак, без нічога, проста бяруцца. І вось яны пасля гэтага кажуць, што ім там жывёлы брудныя, блядь, самі вы, блядь, брудныя. Ну. Вельмі хуткі з'яўляюцца. Таму што якраз не ўмеюць смецце сваё нармальна проста утылізаваць. І адзінае рашэнне вырашэння праблемы з пацукамі гэта ўсіх патравіць проста. А вось крыху пашавеліць. Блядь, не тое націснула. А не, якраз такі тое.
Круп пошевелить мозгавнёй своей тупой, блядь, и подумать, что у вас пацуки, блядь, от того, что вы смеете, кидаете усюль. А, не, у меня без апдейта, у меня версия некая старая. Зараз, секунду, я скажу, что у меня за версия. Тут здесь, сдается, было написано, что за версия, или не бачу. Сдается, 1.1.1 у меня версия, старая. Ну, у нас так само одна из вулишных коток, и она забивая пацукову просто на раз, два, три. И голубов. До речи, кому голубы ось так само подаются пацуками, то ось повинны были бы радоваться. Я реально. Я, ну, я увогуле саваты все это беру, але я николи не користаюся... Ну, коли махчима, не користаюся этими лыжками, ну, ти заворочиваю что-нибудь руки. Бо... О, я чула про кота у Турции, так, писали про его. Просто жудость. Але мужик, як он запел, конечно, после того, как его посадили у сурьез. Як он запел, просто он там будет думать над своими поводинами, будет там это ликоваться, что он еще там сказал. Придурок. Вогуле, у Турции ж религия забраняе забивать котак. Шо, я зусім не разумею, шо он робіць? У іх же это культурная частка культуры. Нельга. Аллах не даруе. У іх, каб Аллах дараваў, трэба мячэць пабудаваць. Блядь. Так. Ну што, знойдзем мы того Х'юга, ці не знойдзем мы того Х'юга? Ну... Hasn't even dried. Warm and damp. Kikimors prefer cooler environments. Probably why they keep their distance. Так. Water's hot. Get burned if I don't watch it. Could use some protection. Maybe Quen'll work. Protection. Так. Protection, use protection, так. Safety first. Где, 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 где? Вон. Бляха-муха, ну что отбывается? Как мне отсюда вылезти? Упс, упс. Ну блядь, ну. Что за хиромантия, ну, отбывается? И Квен мне это не вызывается, да, ёпт. Какой холера Квен не працую в озе? У меня так само некоторый статус-кво, але у меня у дворе есть человек, который вызывает адлоу за... Ну, вот каждый месяц просто. И они реально приезжают. Я их сама не бачила, на жаль. Я просто ведаю, что можно домовиться с этими працовниками. Двадцатка на человека, и они не чапают твоих котов. Коли им скажешь, что они стерильные. Але я у всех сама нияк не бачу. Мне просто сказали, что... Проезжают. Суседи. А, есть один сусед, який обороняет коток от двого. Что самое цікавое, они его слухаются и съезжают. Але я ось хочу попробовать дать им хабр, как они это задоволились и съехали. Ну... Ой, так, у меня же живет, до речи, один кот после жесткого обыходжения. Шла я до дома после 10 вечера, и просто буквально мне под ноги вывалился кот. Ну, я думала, что просто завалился. Ну, не доглядели.
Оказалось, я накрыла на капритон у соседнего дома. Кот жил в этой квартире. Ага. Ну, вот, короче, у этих наркоманов кот жил. Я не ведаю, что они там с ним робили. Але у его психика, конечно, не... После этого. Угу. Ну, я так само планую. Коли все-таки заберут когось, то ехать на Гускара забирать. Бляха, ну-ха. Нечто я бытую за все до этой. Так. Угу. Еще, до речи, у Адлои працует некий мужик, которому можно дать 50. И он за тебя зловит, когда я тебе отдаст. Ой, Адлои еще як изнуе. Деньги еще не вельми не гуманны. Not a brigand. I'm a witcher, and your brothers sent me to help you. No. I refuse to believe they had a sudden change of heart. They tried to kill me, then sent help. Адлоус, ну я працую цены вельми напружено. Каждый день десятки котов собак, и больше из них просто забивают сразу. Еще есть чутки, что они продают котов и собак у лаборатории для опыта. Олег, это такое. О, так. Я читала статистику. Каждый месяц 204 тысячи живел привозят от Лоу, а 2 тысячи приносят сами люди. И больше из тех, кто приносит, они навык не ведают, что это не притулок, и они думают, что это притулок. И им увогуле... Ну так, расскажите им. За ними увогуле можно домовиться. Не с усими, насколько я веду, там есть некоторые отбитые, але есть нормальные такие мужики, для которых это просто братцы, и они, ну, коли им даешь, то они... So you came here to find a piece of a still. Mean this thing? Yes. Where did you find it? Bottom of the pool of a hot spring. Really hit it well, your friend. Кажут, что 20 рублей на человек. Your pay. It is not mine, I know. Ну, про шаурменные, до речи, так само есть шутки, что продаются на их лаборатории на ежу азиатам. Не веду, это правда цене, и еще у бордели. Але это, конечно, коллег, это правда, это, ну, жах. Wait, see there. My brothers. They've rounded up some thugs. They mean to attack me. We don't know that. Would you try to tell me it's a coincidence that they return with an armed band? They've come for the last part of the still. They would kill me for it. Please. You my only hope. Kill them. Okay. They'll kill me. А, вот что это за квест. You want that? Well, perhaps not them, but the other. А, эти люди вовсе не задумываются. Там просто им навод коли коли намагаешься им вовсе дать разуметь, что отбывается на Гурсках на самом реч, и они такие, не, ну что вы кажете, не, это ж притулок, вот тут написано, это ж притулок, что мне такое кажется, ой, не, ну вы хлусите, не, ну этого не может быть, вот такое, вот они отказываются, это просто страусы, блядь, ебаные. А, до речи, большинство котов просто не бачите, большинство котов выходит только в ночи. А те, которые выходят днем, они частей за все умеют ховаться.
Так, ён ры... та, там ж адзін этот п'еш эліксір і просто адразу 70 адсотку. Don't have much of a choice. Thanks. A thousand thanks. Я таксама, калі не займалася валацёрствам, думала, што ў нас няма амаль катоў, там 1-2, а іх тут штук 15. І ў мяне раён таксама новы. Ну што ж, пойдзем. What are you doing? Hey, Witcher, Witcher! He's gone mad! Hold him back! Pretty much four fingers! Circle him! Circle him! He's nearly snapped! And two! Хікапс, гэта просто лепшае, што я табе гейв, чувак. Я сябе заб'ю зараз. Ой, там сабакі брэшуць просто жудасна, там чуваць за кіламетр. Я таксама не ведаю, як яны там жывуць. У мяне сяброўка там раней жыла, але ў яе вокны выходзілі на іншы бок, але яна казала, там пах час ад часу. Ну, там ж крэмацыя таксама жывёў там. Клікінг па геймпадзе — гэта наша ўсё. І вось нават мікрафон павернуты да мяне бліжэйшым да геймпада, але ўсё равно чуваць так. They will come too, soon, having learned a valuable lesson, I trust. So what now? I fear I don't know. I can't possibly hope to rebuild my father's still. I suppose I must hang a shingle in the market, sell wine. Or perhaps I should move on, leave Toussaint. Alas, I know not and will have to see. Whatever the case, I shall not forget your help with my brothers. Time we went our separate ways. Good luck, whatever you decide to do. I thank you, Witcher. Fare thee well. Ага. Я што, не забіла монстра, што яно такое, ці я там... А, я, здаецца, не забрала багацце. Пойдзем за багаццем і на гэтым тады скончым. А. Да, ёпт. Што за навігацыя? Просто... Ой, блядь, што я зрабіла? Не то я націснула. Ага, ну у мяне мікрафон, дарэчы, просто ад навушнікаў. Што? Ён лепш, чым тое, што ў мяне было раней, але, ну... Так. Ну. Так вось, пазбіраем багацце. І на гэтым на сёння я скончу. Блядь, зноў капалку нейкую прыбрала. А, гледзячы, якая клава. У мяне клава не механічная, таму яе ўвогуле амаль не чуваць. Мне здаецца. Мышку толькі чуваць. Вось, якраз калі я гуляю, мышку чуваць бывае праз мікрафон. Так, ну дзе мы тут прапусцілі багацце? Багацце, багацце, багацце. Так.
Вот, блядь. А, там место силы, и добро. От курва ты. Страшная. Да, раньше не так давно у Китая волонтеры разом с полицией накрыли людей, якія штотыдзень звозили просто тысячами котов, забивали и продавали под видом баранины и свинины. Там, пэўна, некалькі мільёнаў яны забілі, забіць паспелі, пакуль іх вось не накрылі. Так што пра шурменную, можа, не такая ўжо і непраўда. Дарэчы, у мяне працоўная клава вельмі гучная таксама. Яна старая-старая, я яе там чысціць час ад часу спрабую. Так. Дарэчы, я чула, што ў Карэі нарэшце забаранілі афіцыйна есці сабак. Ці збіраюцца вось-вось, ці ўжо забаранілі. Ой, так, калі паслухаеш расказы людзей, якія працуюць на мясакамбінаце, калі гэтым крыху зацікавішся, то так, вельмі хочацца зрабіцца веганам. Я, дарэчы, амаль што веган. Я не строгі веган, то бок я час ад часу, ну, мяса я амаль не ем, так, і калі ем толькі курыца і рыба, але вельмі рэдка. А малочка гэта ўсё, там яйкі таксама даволі рэдка. Калі ў мяне ёсць выбар, я абіраю тое, у чым няма нічога. Я вось вельмі люблю гэтыя ўсе такія нут, хумус з нута. Там з гароха яшчэ такое прадаецца, падобнае да хумуса, фава называецца. Таксама цікавая такая штука. Каларыйная, жорстая. А, ну вось, збіраюся нават. Ну, але там амаль-амаль ужо, я так зразумела. Ну, дарэчы, гэта ўсё адносна. Напрыклад, у Індыі не ядуць кароў, і для іх тое, што вось беларусы, напрыклад, там еўрапейцы, амерыканцы ядуць кароў, для іх гэта тое самае, што для нас жэрты сабак. Так што я б сказала, ой, як цікава дрэва расце, гляньце. Так. О. Дрэва падключылася да вай-фаю, дакладна. Ну так вось, я б сказала, у 21-м стагоддзі ўжо трэба задумацца ўвогуле, а ці трэба нам жраць жывёл ўвогуле. Ну, калі проста я не бачу такой ужо вялікай праблемы, што хтосьці жэра жывёл, бо ну, у прыродзе таксама жывёлы жаруць іншых жывёл. Гэта нармальна. Проста ў нас гэта абсалютна на ненармальным узроўні. У нас канвеер проста з гэтых забойстваў забіваюць жывёл нашмат больш, чым трэба для выжывання чалавека. Ну, нам не трэба столькі мяса. Кожны дзень выкідваецца столькі ежы проста, вапше, жах. І мяса таксама. І вось гэта ўсё. Проста столькі тлустых людзей у заходнім свеце і ў нас таксама. Проста людзі жаруць нашмат больш, чым ім трэба. Ну, я яшчэ разумею, там, калі забіваюць жывёл, каб выжыць, каб было што есці, а ў нас, ну, нашмат больш ежы, чым нам трэба. О, ну я бачыла, я ў вёсцы ў дзяцінстве ўвогуле жыла таму. Бачыла я. Вось якраз мне дзесьці ў 19 гадоў пачаліся сніцца жахі пра гэта ўсё. У дзяцінстве ну нармальна ўспрымалася, а потым ўжо неяк не. Ну і зноў. Вёска, ферма. Там гадуюць жывёл нашмат больш гуманна, чым вось гэтыя ўсе фабрыкі, заводы і ўсё гэта вось. Калхозы.
Я лічу, што галоўны вораг гэтага ўсяго гэта менавіта калхозы, фабрыкі, там, дзе канвейер проста этой смерці, жорсткасці, негуманнасці і ўсё гэтых жахаў. Не, дарэчы, шмат хто з маіх знаёмых беларусаў у вёсцы не жыў ніколі. Так, ладно, колькі там часу? Ой, уже 21:19. Все, мне уже докладно час идти. Все, всем дякую, кто был. Я зараз башу 10 человек, уже 9. Ну, короче, ближе к концу пришло шмат людей, але, на жаль, я уже сыходжу. Отсюль мы поразмовляли про коток, коровок и все вот этого. Ось, ну... Не, да, спочуваеш, не спочуваеш, просто у тых, хто гэта бачыў ці чуў, просто больш разумення таму, адкуль мяса бярэцца. Вось, больш разумення, які кошт у гэтага ўсяго. Больш чэснасці. Дзякуй, дзякуй. Панясу ім зараз смачнае, дарэчы, Нуэва. Такс, всё, всім дзякуй, да пабачэння. Так, выходзім адсюль. Усім таксама добрага вечара. Всё, да пабачэння. Я ўжо дакладна іду.